Смотри, какая дверь. Изнутри, главное, железная, а снаружи... А, нет, о, это внутренний сад. Так внутри. Я ж говорю, набери камеру, иди рассказывай, что тут же будет красота. Первое, что дверь. Вот такая вот красивая. Вот такой ручкой. Это не ручка, это звоночек, стучалка. Звоночек, да, стучалка. А тут видали? Вау, бока уже не было. О-хо! А ты и не тут, хотела тут, еще сюда ехать? Тут не хватает это, пчелок сюда поставил моих. И вообще красота, смотри. Угу. В общем-то, ой, ребятки, это только одно отделение, а там, я смотрю, похоже, их там будет много. Фу, да тут, ой, это тот суккулент, который я хочу себе посадить, вот видите? Идем выкопим. Вот этот вот. Детку надо мне. Они очень, ну, они с маленького растут. Вот. Гигантские, да? Гигантские вырастают, да. Ну вот. О, слушайте, ну тут. Чего мы не знали об этом месте? Я ж тебя приглашал раньше. Да, ладно, ладно, не жалуйся. Я буду жаловаться, потому что... Смотрите, какие тут цветочки. Классно. Ха-ха-ха. Я даже не знаю, что тут снимать. Тут надо просто тут ходить и смотреть. В общем-то, ребятки, лучше вам сюда приехать, чтобы почувствовать этот запах и услышать эти звуки. Потому что камера этого всего не передаст. Все, я выключаю камеру и иду рассматривать. Так, тут плодовые деревья. Там вот целый ряд. Либо яблони, либо надо посмотреть, либо... Пойдемте посмотрим, да. Растянутые на... Ага. На шпалере. Я завяжу снулочек. Хорошо. Здесь розы. Где-то же еще ты обещал лавандовые поля. Там где-то есть лавандовые поля, должны быть, да. Я, по крайней мере, с месяц назад прочитал об этом месте в Фейсбуке. Там все рекомендовали. Пытался, собрались родственнички, пытался их повезти сюда. Они сказали, мы не знаем, кто его знает, что это там такое. В общем, в результате мы... Сегодня попали вдвоем, думаем, съездим на разведку, посмотрим. Ну, похоже, теперь Люда девочек позовет с собой сюда проехаться, да? Нарциссы уже цвели, так много было. Да. Похоже на яблони эти деревья. В общем, идем гуляем. Видите, все цветет. Не знаю, яблони или что это, груши. Что-то еще. Короче, все тут цветет, все что угодно. Розы, видите, целая куча. Питомник, и они сделали под сеткой, потому что смотрите, здесь малина, смородина, ягоды, чтобы птицы не атаковали звуки. Смотри, сирень. Вау, да, сирень. Явление здесь, он, по крайней мере, здесь комфортно. Так, что-то гудит здесь, мы идем сюда. Где гудит? Сейчас посмотрим, что там происходит. Грохот не слабый. Так, а здесь какой-то такой колонны какие-то. Там вот еще. Бесконечный этот сад. Да. Здесь лавочки, можно фотосессии сделать. Рекомендуем, кстати. Вон, видите, девушка. Позирует. Да, целая аллея. Деревья в цвету. Так, а здесь все запущено. Так, а там что-то строители грохочут. Ну все, это уже конец сада, это уже не их территория, похоже. А здесь вот деревья тоже, но все так запущено. Травой заросло. Деревья цветут. Лавандового поля я не вижу. Писали в Фейсбуке, что лавандовое поле тут есть. Я думаю, что если оно есть, то оно там в другом конце. Наверное. Ну, пойдем еще туда. Сейчас идем. Да. О, тут прикольно. Это самый край сада.
наиболее неухоженная территория, я бы сказал. Тут еще не конец. Тут только начало, похоже. Вот это та сказочная дверь. Потайная калитка. Которая тебя выпускает. В сказочный мир. Да, смотри, дверь. Опа. Красиво, а? Не видел. Смотри, какая красивая дверь. Да, неплохо. Ху-ху. Там что, теннисный корт или что там? Какая-то площадка бетонная. Сейчас посмотрим. Для концертов каких-то что-то. Они что-то что-то проводили. Так. Ага, вот здесь еще опять цветочки какие-то. Все, дальше калитка. Пойдем туда. Идем посмотрим. Туда, да. Не, ну видишь, хорошо, что мы как бы узнали, потому что даже ехать вот с Терехом, ты понимаешь, они с полным ребенком. Ну да, с маленьким ребенком, да. А здесь ну, можно ходить с коляской. Надо взять такую, на трех колесах, чтобы по сборкам. Ну да. Можно. О, этот. Как хроники Нарнии. Фаун. Фаун, да, точно. Ага. Сцена. Да, точно. Идем туда, посмотрим. Ага. Там есть лестничка, смотри. Я вижу. Вот сюда лестница есть, да? Идем посмотрим, что там. Вот отсюда вид на тот замок. А здесь опять какой-то... А, тут печка, смотри, какая. Пробуй. Это барбекю. Смотри. А, точно, барбекю. Для пикника, смотри. Да. Ты не собираешь это. Да. Слушай, ну что, может, тебе такой замок купим, а? Замахнулась. Нет. Опа, а здесь что? Кухня? Точно, барбекюэрия. Барбекюэрия там вот жарить. Да. Ну, пряник сделали. Что это? Это настоящий? Не знаю. Да, настоящий. Это что, хра? Ну, из... Нет, эти типа старые эти. Видишь, вырастают? Листья, да? И они так делают, обволакивают и создают... Себе. Слушай, это они, естественно, так делают себе такую корзину. Вау. И тут, смотри. Ага. Интересно, распиничка. И вот здесь какая-то секретная тропинка. Идемте. Слушайте, ну вот здесь красиво, смотрите. Просто место, куда ты приходишь посидеть и понаслаждаться тишиной и под дубами, да. И просто насладиться. Я не знаю, что это за дерево, но оно огромное. Пикникари. Да нет, это как будто не пикникари. Лавандовое поле вон дальше, видишь поле лавандовое? Да, вот там дальше лавандовое поле. Ну, вот здесь можно сесть вот так вот. Так вот это ж моя мечта. Ну да. Смотри. Вижу. Большое лавандовое поле. Тут ты нашла свою мечту. Слушай, я нашла свою мечту, дорогой. Ой, узнавай, сколько стоит, смотри, начнем собирать. Вот большие дубы. Ага. Вот дом. Да. На холмике, кстати. Да, да. И лавандовое поле. Сейчас пойдем смотреть, да? Идеально. Все, нашли. Просто, ну, чуть-чуть, конечно, побольше размером, чем я думала. Но идеально. Так кто-то уже это заранее, понимаешь, знал. Ну да, естественно. Кому-то еще так нравилось, это не только одинаковые тебе. Одинаковые были. Совпали мысли. Да, совпали мысли. Немножко возможностей у нас, конечно, сейчас разные. Не совпали, да. Но... Сейчас пойдем еще на лавандовое поле посмотреть. Мы там вчера говорили насчет размера мечты. Вот такая мечта испугала бы любого. Ну, судя по окнам, то пусть два окна на каждую спальню. 10, 12. Спален тут...
6, 8. 10, 12. Не, наверное, да, 10, 12. Для гостей, наверное, рассчитывали. А ну, может, да, и больше. Может быть, тут... Жалко, что второй этаж нельзя пойти посмотреть. Значит, вот сюда мы идем. Пойдем туда, подойдем. Я думал, там лавандовые поля какие-то, нет? Или что это там такое, я не знаю. Да, она открывается. Против шипи. То не лаванда, мне кажется. Нет, лаванда, это такая степная. Степная, да? Подойдем поближе? Давай. А? Степную, но не насаженную. С другой стороны. Тут, видите, калиточка, спокойно можно заходить. Ну, закрывают, наверное, чтобы полей сюда не заходили. Ну да, просто держать закрыто. Тут парковка. Ну да. Смотри, мы находимся... Одна миля Loop Trail. Ну что, классно, надо приехать и сюда. Ну да. Идем. Одну милю можем еще и сегодня с тобой прогуляться. Короче, вот такая красотень здесь, ребятки. Все, спасибо вам, что были с нами. Мы вам просто давно ничего не снимали. Вот решили просто заснять маленький кусочек, где мы были, что мы видели, как мы погуляли. Надеемся, что вам понравилось. Всем пока.